Всем привет, это Дмитрий, канал iGuitar. Ну что же, вот и подошло 31 декабря, у меня на часах час дня по Новосибирску, и наконец-то пришло время разыграть три приза от канала iGuitar, а именно бустер Opium, струны Elixir, два комплекта, и гитарное чудо-крутилка Guitar Tool. Прежде чем мы узнаем победителей, я хотел бы сказать буквально пару слов, что я благодарен всем, кто участвовал в этом конкурсе, был рад познакомиться с многими музыкантами и надеюсь, что тот контент, который я делаю, вам нравится. Итак, а теперь определим победителя чудо-бустера Opium. Давайте смотреть. Я пользуюсь приложением Random App. Вот ссылка на конкурс самого приложения. Я уже сюда вставил ссылку, чтобы поделившись с друзьями. Нажимаем «Далее». И кто же у нас будет? Смотрим. Будет Роман Лукьянов. Роман Лукьянов. Город Новосибирск. Сожитель, можно сказать, моего города. Смотрим, 18 декабря. Да, действительно, пост есть. Романа поздравляем. Ну что ж, поздравляем Романа. Роман, бустер твой. В ближайшее время я с тобой свяжусь, и мы обсудим, как ты его сможешь получить. А сейчас время подошло для, как я уже сказал, чудо-крутилки Guitar Tool. Давайте посмотрим, кто этот счастливчик. Нажимаем «Узнать победителя». И это Евгений Змитрович, город Лида. Лида, не уверен, как правильно. Посмотрим, есть ли у Евгения репост. 17 декабря. Да, все верно, есть. Евгений, привет. В ближайшее время тебе напишу. Эта штука твоя. И наш финальный лот – это два комплекта струн Elixir. Давайте узнаем, кто будет их счастливым обладателем. Смотрим. Дмитрий Ильясов выиграл. Да, забавно. Ну ладно, саму себе дарить не буду, поэтому нажмем назад. Посмотрим еще разок. Итак, кто же получит приз? Максим Крымов. Тоже Новосибирск. У нас получилось забавно, что многие из Новосибирска репостили, поэтому у нас два приза в Новосибирске едут. И, собственно, посмотрим, где находится репост от Максима. А, вот. Вижу его. Аж с 8 декабря. Ну, супер. Максим, поздравляю, два комплекта Elixir твои. Такой вот хороший подарок на Новый год. Не спешите закрывать это видео, у меня есть еще одна штука для моих подписчиков. Во-первых, хотел бы еще разок поблагодарить всех, кто поучаствовал, мне было очень приятно, потому что многим гитаристам был интересен этот конкурс. И я хотел бы для всех, кто сделал репост записи, вступил в мою группу ВКонтакте, подписался на канал YouTube, сделать еще такой мини-подарок. Для всех участников этого розыгрыша я готов предоставить бесплатную 30-минутную скайп-консультацию по любым вопросам, связанным с гитарой, с музыкой, с гитарной теорией. То есть любые вопросы, которые вас интересуют по музыкальной части и по которым вам интересно узнать его мнение, готов поделиться своими знаниями абсолютно бесплатно, такой вот 30-минутной скайп-консультации. Поэтому если вам это интересно, то обязательно пишите мне. И я думаю, что в январе-феврале я все эти скайп-консультации подобью в свое расписание и с каждым, кому мое мнение интересно, я свяжусь и проконсультирую по любым вопросам. Повторюсь, это могут быть вопросы по подбору оборудования или по записи видео, по созданию ранжировок или вопросы по технике. По всем тем вопросам, по которым вы считаете, что я могу вам помочь и тем, которых вам интересны. Поэтому не стесняйтесь, пишите мне, если подобные вопросы у вас есть, буду рад вам помочь. Ну что же, 31 декабря не будем сильно затягивать, будем готовиться к встрече Нового года, трогать салат оливье и готовить праздничный стол. Еще раз всех с наступающим 2017-м, всех победителей конкурса поздравляю с их призами, в ближайшее время я с ними свяжусь. И всем участникам этого розыгрыша бесплатная 30-минутная скайп-консультация, поэтому пишите мне, с наступающим,
Увидимся в 2017. Это был Дмитрий Айбитар. Пока. Данного розыгрыша я готов предоставить бесплатную 30 секунд.